Привет, мои скелты! С вами Кьюбайт и добро пожаловать в LEGO Marvel's Avengers или LEGO Мстители. Мы продолжаем в ней играть и продолжаем проходить DLC. Наконец-то вышло последнее DLC. Я не знаю, почему они их так начали быстро выпускать. То есть у нас Черная Пантера, Доктор Стрэндж, и теперь у нас без передыху выпускают Агентов Щита. Это очень круто, это очень быстренько. Вроде бы как все DLC уже вышли, ну о которых нам рассказывали. Но сегодня выйдет на канале видео, которое расскажет вам о новом DLC, которое, скорее всего, скоро уже выйдет. Ну а мы с вами начинаем сюжет, так что не пропадайте с канала, конечно же. Начинаем сюжетку Агентов Щита, ну а завтра мы посмотрим всех персонажей обязательно. То есть сегодня два ролика, завтра один ролик, там еще на всякой всячине много всего. Обязательно оставайтесь на каналах. Сразу скажу, что я не смотрел сериал и не знаю никого. Вот так. Ну, спасибо, черт возьми, я же не знаю. Но это правильно, то есть я не знал уже. Это нужно запоминать еще, блин. О, боже мой, сколько здесь всего происходило. Меня. Ну это Мария Хилл, да, нам рассказывает? Окей, здесь она уже старая или просто ее так показали? Этот DLC добавляет огромное количество персонажей. То есть по персонажам это, наверное, самое большое DLC. Но мне кажется, что оно будет маленькое по сюжетке. То есть вот здесь такой баланс. И жизнь многих, что-то там, в общем. Так, мы сейчас играем за кого? Это, это Мелинда Мэй. А это у нас Джемма Симпсон. Окей, то есть все, теперь я их узнал. Пожалуйста, не ругайте, что я не знаю Агентов Щита. Я не смотрел этот сериал, потому что мне показался он скучным и неинтересным. Я знаю, что у этого сериала много фанатов, и я не хочу вас никак оскорбить, то есть я просто говорю за себя. Допустим, я смотрю ту же Стрелу, которая уже точно скатился этот сериал давным-давным-давно, но я не могу его бросить, потому что, ну, я его смотрю уже 4 года, вы представляете? То есть я к нему так уже привык, не могу бросить. Тем более, я всегда после, ну там, сейчас уже привычка такая, да, что после Флэша я смотрю Стрелу. Не могу я от этого отвязаться уже. Хоть я понимаю, что Стрела стал уже не таким крутым сериалом, как был раньше. Помню, тащился от каждой серии, а теперь что-то нет. Теперь не тащусь. Ладно, окей. Так, у нас здесь нужно раскопать, но я вряд ли это смогу сделать, так что мы, наверное, просто походим и пойдем дальше. Логично. О, ты можешь запрыгивать. Но она, правда, очень похожа на Марию Хилл. То есть, может, я что-то путаю, не знаю. Там написано Мелинда Мэй. Здесь есть какие-то... окей, это не кнопочки. Я думал, что нужно встать, знаете, как мы только что проходили в Лего Ниндзяго, Тини Ронина. Тут, скорее всего, надо вдвоем все делать, или нет? Или сначала одну опустить, потом другую? О, сломали. У меня есть такое, я люблю. Теперь мы сразу еще здесь сделаем, не знаю... А, ну да, вот теперь там, видимо, кнопки. Сначала мы опустим одну сторону, потом другую, и каждый залезет на свою, в общем. Ну, я понял, окей. Сейчас сделаем. Очень нравится локация такая, все в китайском стиле. Мы где-то в Китае, наверное. Китай тебе... Я не знаю, кстати, вот. Я как бы никогда не умел особо различать, но это, видимо, Китай. Окей, мы сейчас здесь еще... Подожди, не уходи никуда. Оп, синяя монетка, спасибо. Вот это круто было. Мы и монеты собрали, и все сделали. Мне нравится, когда все идет своим ходом. Мы так прям круто проходим. Га, здесь новые агенты. Или это, наоборот, злодей? Понял, все. То есть они как бы... Щит разделился, и опять же противостояние. У нас тут раскол мстителей. Раскол щита только. Деремся, чувак, что-то стоит. Я, кстати, может быть, кто-то из вас смотрел «Люди будущего» сериал. Вот я знаю, что оттуда актер перешел в сериал «Агент Щита». Ой, ему как круто деремся, неплохая такая битва. Нифига себе, что он умеет. Это реально такие способности в сериале у них там. То есть я некоторые видел там, как бы, знаете, кадры и все такое. Кстати, пожалуйста, если вы смотрите «Агент Щита», напишите, пожалуйста, на каком уровне там все эти спецэффекты. То есть, ну, там хуже, чем во Флэше. То есть, во Флэше более-менее, ну, как бы, бывают такие моменты, но в целом нормально, да, все. А как в «Агенты Щита»? То есть, там плохие спецэффекты вообще, плохо все это делают или нормально? На нормальном уровне. Просто вроде как об этом сериале, ну, мало что говорят. То есть, у Флэша, мне кажется, что фан-база побольше будет. Окей, мы пока все это разнесем. Мне нужны монеты, и мы должны еще освободить наших сотрудников. Ой-ой-ой, что-то у нас прям стреляет, стреляет. Здесь кто-то сидит или это просто детали? По-моему, я не все... О!
А, мы должны их победить. Ладно, я думал, что нам нужно их освободить. Но, видимо, нет. Так, стоп, я одного убил. И что-то ничего мне не прибавилось. Значит, все-таки... Ой, по-моему, они добрые. Зачем я его убил тогда? Мы еще здесь, наверное, разрушим. Эта штука призывает их. Здесь комод, еще какие-то штуки всякие китайские. Если вы из Китая, я вас не хочу обидеть. Я никого не хочу обидеть. Я бывает просто ерунду говорю и... Не в обиду никому, в общем-то. Так, окей. Собираем это, у нас шестереночки, какой-то механизм удивительный. А, ну да, все, все правильно, спасти чувака. Тут бедняга. Ну, она только что, по-моему, появилась. Это, кстати, девушка. Она только что здесь появилась. По-моему, до этого ее не было здесь. О, это знаете, как в автоматах. Нужно игрушки вытаскивать. Вот мы примерно этим же будем заниматься. Сейчас. Погнали. Да, я действительно в щите работаю. Вообще можно было, да, конечно, сделать интересный сериал по щиту, но мне кажется, что сама задумка, она такая довольно, ну как бы, ну, не, ну явно не там, не на много сезонов, я так считаю. То есть, можно что-то развивать, помимо, знаете, вот, допустим, есть киновселенная, и что там происходит в щите, что там вообще за заварушки, но все же это не так интересно, как основная часть, как мне кажется. Больше, наверное, этим сериалом не рубят деньги. Так. Погодите, а где тут еще кто-то? А, вот чувак горит. Как я тебя должен... А, ты умеешь так делать? Ты прям как черная вдова, нифига себе у нее способности. Я опять не смотрел, куда там нужно кликать. Сейчас мы будем угадывать. Да? Где там первый щелчок был? А, вот, вот, вот сюда. Сейчас. Появляйся! А, вот. Все, сделали. Я никогда не слежу, где она там пиликает, чтобы нажимать. Какая-то странная вообще эта головоломка маленькая. Никогда она мне не нравилась, что в сюжетке, что здесь. Ну давай водиться. Вообще непонятно, откуда такая разруха, кто это все сделал. То есть, вот эти, ну то есть парень и девушка, которые еще молнии имеют, разве все он сделал? Так, освободили еще одного, и где-то, где-то вот в этой части. А, видимо, дальше. Наверху, наверное, да, где-то? Спасибо за лестницу, я не знаю, кто там ракеты пускает, но это очень по-добренькому. Мы бежим, 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 нас подрывают, это, видимо, наш приятель Скай стреляет. Окей, мы должны, наверное, здесь по канату пройтись. Там я видел что-то интересное, но мы пока к этому не можем вернуться. А, вот он, по-моему, наш приятель Скай. Тебя же Скай зовут, да? Ну, по-моему, сейчас я тебя грохну, Скай. О, извини. Теперь мы можем пройти и спасти, наверное. Ой, нифига себе, и там еще такой чувак сломо прыгает наш. А, это не наш помощник, это мы освободили, да, его, видимо. Ты свободен, парень? Чего ты тут? Он странный, слишком странный. Так, мы здесь можем пройти уже все? О, круто, много монет. Мы, к сожалению, вообще не приблизились к отметке... Ну, там, настоящего Мстителя или настоящего агента щита, неважно, да, но все же. Видимо, уровень побольше все-таки. Это не кнопка. Окей, что я должен сделать? Это все детали у нас или что? Там явно кнопка. Вы пропадаете, да? А, вот детали. Нужно было еще побегать. Ага, смотрите, нам нужно наверх будет, видимо. Мы сейчас выдвинем эти штырьки. Access Grady. Кстати, эту же женщину, которая говорит Access Grady, я озвучивал в короткометражке. Всех озвучивал. Я все голоса сразу в киновселенной Марвел. Стоять! Куда она делась? Привет, подруга. Ты чё? Agent May, log entry 1129. Jiang Ying revealed her true colors. It was too late to stop the attack. Sky's mother wasn't the only monster in the family. А, вот это ты, Скай, да? Okay. Она похожа на кристалл. I just hope I'm not invited to their next family reunion. The inhuman known as Gordon had been attacking agents on board for only a few seconds. Нелюдь. The entire quadrant had already. Даже нелюди есть, да ну. Good thing Shield had been working on quantum entanglement technology over the last year. Офигеть, там что-то в щите очень много всего происходит. Ой, посмотрите там. И действительно, у них какие-то способности, и, видимо, не люди. Фитц, так это агент Фитц. Ой, боже мой, как здесь все сложно.
Значит, смотрите, я эту штуку нашел, и что с ней делать? Может, ее разбить нужно? Нет, Стэнли! Где Стэнли? Вот здесь у нас есть какие-то детали, мы сейчас здесь компьютеры, все эти процессоры. О, ты кто? Ой, блин, безглазый чувак. Я его видел на скриншотах всяких. Это, видимо, он и есть, да, этот Гордон. Ну, способности, вот если он так будет в свободной игре плясать, это офигенно, это реально крутые способности. На нем можно некоторые делать скины. Блин, это здорово. Это тогда... А, блин, там же нельзя так делать скины. То есть, если только накладывать текстуру. Ай, блин, Лего Марвелс Эвенджерс все портит. Там просто в создании персонажей нет персонажей из DLC. Это плохо. У нас экранчик, мы туда должны... Да хватит здесь появляться! Какой ты, смотри, негодник. Вот так. Что у нас здесь есть? Компьютер? А, вот сюда нужно. Неплохое, кстати, DLC. Вот оно мне нравится больше даже, чем, опять же, тот же Человек-муравей. Хоть, в принципе, он вам и понравился, но вот я считаю, что Человек-муравей был немножко халявным. Что это такое? А, вот здесь, стоп. Чувак, ты можешь не... А, подождите, здесь, по-моему, этот идет. Мы должны запомнить, может быть. Вот так. Теперь здесь понизить, логично, наверное. А, все на уровень спустить. Чтобы мы могли пройти. Во, найс. Сначала вообще не разобрался, как этой штукой управлять. Так, один заклинило. Хорошо, то есть мы должны, по идее, хоть чуть-чуть ослабить этого парня, который по... Блин, ты заморожен? Оу, это стрёмно. Блин, это реально стрёмно. Так, а у тебя есть лазер? Подожди, подожди. Лазер. Ой, нифига, что ты умеешь. Нормально, нормально. Да уйди от меня, парень. У кого есть из вас лазер? Нет, ни у кого лазер. Тогда мы идем дальше. Давайте попробуем у этого терминала отключить. Ты можешь это сделать? Да, 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 она агент щита, все замечательно. То есть, подходит. По идее, мы отключаем еще одну штучку. Да? Отключается же? А, теперь я могу ее, видимо, ударить или замор... Ну, я не знаю, что с ней стало, но я могу ее отключить каким-то образом. А, этот парень, ты что-то умеешь? А ну-ка покажи. Ой, так, стой. Сюда. Ну, давай, покажись. Во. А, починить. Все, окей. Давай, давай, Тони Старк, юмы. Чини все это. Во, спасибо. Мы отключили. И еще, где одна? Еще одна, еще. Вот она. То есть, смотрите, она идет. И нам ее, может, нужно как-то подключить. Ну-ка, здесь. Она, по-моему, может все это взорвать. Ты это можешь... А, ну да, конечно, у нее же способность. Стоп. Во, во, это работает. Все, спасибо. Уйдите, меня не трогать. Так, и мы соединяем проводки и просто подключаем. Да, найс. По идее, этого парня мы немножко сдержали. Появляется сеточка. Круто, 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 круто. Офигенно, все. Мы все с вами сделали. А, что теперь? По идее, если Скай не лит, то она может здесь проходить и... А где, кстати, Стэнли? Ты можешь его бить или что? Да, 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 мы можем его ударить. Первый раз, все. Окей, да. О, Коулсон, привет. Включил сирену, и она нам поможет, надеюсь. А, все, туманы нелюдей мы засасываем. Нейс. Я даже не знал, что такое происходит в сериале. Произошел сбой энергии. Так, Коулсон, нам сюда, наверное, нужно, да? Раз здесь идут монетки, скорее всего. Jiang Ying had given us her ex, Cal, as a prisoner, but he turned out to be another pawn. Ой, 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 ой! Что-то он становится очень крутым. Ой, понятно, в общем, да. Мистер Хайд, это, я так понимаю, он что-то выпивает и становится, то есть у него личность другая, да? Нифига себе, что ты умеешь бросать. Так, тихо, он стоять. Как я тебя могу ударить? Ой, я поэтому идти не могу. Так, а что я должен сделать для этого? Что за фигня? Уходи отсюда, уходи, 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 парень, уходи. Он нас бросит это, да, наверное? О, здесь есть монет... Детали есть, отлично.
Вот нам их и нужно собрать. Получается очень странная штучка. Я не понимаю, что это какие-то зубья. Что это такое? А это для него ловушка, наверное, да? Да, это капкан. Этого дурачка мы поймали. Что с тобой происходит, парень? Парень, тебя уже не бьют, успокойся. Так, тебя там заперли, а ты можешь найти здесь? Отлично, у всех есть эти штуковины для поиска. Нам нужно его прям хорошо запечатать. Так, я запомнил, здесь. Потом куда-то сюда, по-моему, там. Ладно, сюда. Сюда и сюда, все. Извини, парень, но ты слишком плохо себя вел. Спокойно сидел, потом начал что-то выпивать и буянить. Извини, мы тебя запираем. О, забили его, найс. Agent May, log entry 1130. After trapping Dr. Szabo, Director Coulson used Cal's family connections to subdue. Да, его звериный натур. Ну я понял, мистер Хай, то есть вы знаете об этом истории, возможно. And Shield finally working as a team. The rest was just cleanup. This is not the last we'll see of the Inhumans, but at least our team made it out intact. Круто, там есть нелюди. То есть это значит, так аккуратненько подводят зрителя к нелюдям, которые будут в Марвеле. Пока вроде их съемки отложились, то есть фильм пока вроде не выходит, его там подвинули. Но все же, есть какая-то подготовка, это здорово. Получили ачивку, уровень прошли, мне понравилось. Я был даже в восторге, наверное. То есть этот уровень меня очень удивил, потому что я не знал, что такие события действительно происходят в Агенте Щита. То есть я не знал, что там вообще происходит. И это интересно, в принципе. То есть сериал, наверное, даже неплохой. На этом все. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Оставляйте свои комментарии, что вы думаете по поводу сериала. Отвечайте на вопрос, который я задавал в течение серии. Ну и, конечно же, оставайтесь на канале. Всем спасибо, всем пока!